Этюд, в котором совмещены речь и движение. Музыкальный театр «Слуги трех муз» репетирует небольшой отрывок из произведения Чуковского «Федорино горе». В актерскую труппу сейчас ищут таланты. Попробовать себя в роли любимого персонажа из книги или фильма могут дети с 4 до 18 лет. Коллектив раскрыл меня. Я узнала очень много нового. Также я попробовала себя в роли Марии в сказке «Щелкунчик». Для меня это был восторг просто. Также очень много нового рассказывает Елизавета Александровна. Так что если вам нужно подготовиться, допустим, к поступлению или еще куда-то, мы вас ждем в коллективе. У нас есть группы. Взрослые занимаются отдельно, дети занимаются отдельно. Дети занимаются на платной основе. У них все по группам. Есть средний возраст, есть там детки, кто постарше, помладше. Ну и распределяем время, как нам удобно, как удобно детям. Тонкость, легкость и грация. Еву Пархомович мама привела на танцы в 6 лет. Девушка с первого взгляда влюбилась в народные стилизованные. С тех пор коллектив «Крыничка» стал для нее вторым домом. Разминка у станка ежедневно ритуалом перед отработкой сложных элементов. Все ради мечты стать профессиональным хореографом. Я здесь нашла себя. Здесь я начала понимать, что такое сила, сила воли, что нужно терпеть. Вот в детстве, допустим, я думала, что когда меня тянули, я очень сильно плакала, говорила, вот зачем мне это. Сейчас я понимаю, то, что с возрастом это все идет, накапливается, то, что так я становлюсь морально сильнее. Красота в движениях. Любовь к танцам прививают и в образцовой хореографической студии «Бобренок». В репертуаре есть место как для народных, так и эстрадных номеров. Коллектив зародился еще в 87-м. Высокая планка держится не один десяток лет. Мы занимаемся по адресу Ульяновская, 102. Это лесные общежития за больницей БШК. Чтобы к нам записаться, можно обратиться во Дворец искусств, художественному руководителю. У нас есть Инстаграм «Бобренок студия». Можно найти там, там все указано, все контакты. Во Дворце искусств сейчас проходит набор в 34 клубных формирования. Хореография, вокал, актерское, художественное мастерство. Попробовать свои силы может каждый. Занятия обходятся в 45 рублей в месяц. Все зависит от возраста и направления. Елизавета Липеева, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.